наши тревожные и неспокойные дни, когда вся планета объята пандемией коронавируса, у нас в Узбекистане руководство нашей страны постоянно делает опережающие шаги, которые помогают легче и оперативнее справляться с тяжелыми обстоятельствами. Наш президент Шавкат Миромонович Мирзиёев регулярно проводит встречи, регулярно пропускает через действующие организации все здравые замыслы, причем, как всегда, с первых дней своего президентства все это делает опережающе и, что особенно ценно, результативно. У нас сейчас решается продуктовая программа, чтобы население нашей страны не испытывало никаких затруднений в снабжении пищевыми продуктами. Строятся здания, оснащенные современной техникой, под будущие госпитали для возможных заболевших узбекистанцев. Одним словом, постоянно во всем, в каждом действии нашего президента, в каждом действии руководства нашего государства ощущается огромная и продуктивная забота о людях. Мне было очень приятно услышать от моих московских друзей, которые в курсе всех новостей, такую фразу: «У вас в Узбекистане переживать коронавирус гораздо безопаснее, чем в любой стране мира». Это действительно так. Дорогие соотечественники, нас много. Наш удивительный многонациональный народ, который содержит очень многие нации и народности со своими красотами, со своими тайнами, со своей мощной внутренней силой, я думаю, что мы преодолеем эту проблему, мы выстоим, и будет новая жизнь, и будут новые радости, новое творчество, новое осуществление. Я желаю всем здравия. Я желаю всем спокойствия в своих домах, в своих семьях. И я желаю, чтобы как можно скорее наступил тот благодатный момент, когда все постепенно стало бы выстраиваться на свои места к новой, и я уверен, благодатной жизни.